Малюсенький, вставляется вот такая же картинка туда. И как это здорово. Вы приходите на натуру, и вы на таком маленьком, да такой кисточкой, она же все равно не будет три волоска, а имеет какую-то плоскость, да? Вы по неволе берете что-то цельное, берете большие отношения, и у вас получается шедевр тут же. Если вы берете вот такой холст и пишете небо, море, лес, луг, и все развалилось, ничего не получилось. А как только вы вот это все цельно сделаете, у вас совсем другое отношение и результат. И это не важно. Утро, вечер, день, зима, лето, весна. У вас все это будет на этой картинке. По неволе. От того, что вы берете концентрат вот своего впечатления. Ну чего, в добрый путь. А можно еще вот вопрос? Да. Проклейка вот холста. А где проклейка холста? Вот мы клеем клеить, поклеиваете холст, ну, чтобы не было вот таких дырочек. А вот если желатином клеить? Желатином прекрасно. А чем лучше, желатином или клеем? Лучше желатином. Желатин разводится. Ну как, в бане в этой, в парной, да? Разводится жидко-жидко. Очень жидко. И дается, чтобы он застыл. То есть он получается вот как вот сметана такая. И потом или мастихином, или кистью начинаете его мазать холодный. И он заполняет вот эти все поры. Высыхает еще раз. Высыхает еще раз. Нет, не спешить. Вот тут нельзя спешить. И холст, он, может быть, даже где-то в какой-то момент обмякнет. А потом высыхает, опять натягивается, как барабан. Понимаете? 3-4 раза. Жидко, жидко напоминаю. Любой желатин, пищевой, промышленный, все пойдет. С желатином еще лучше. В этот же состав добавляется? А? В этот же состав потом добавляется? Да. Вы не расскажете вкратце? Нормально. Он немножко тянет. Тянет. Потому что вы сверху водоэмульсионка, она же водяная краска, тянет. Но к этому можно привыкнуть. Особенно на этюдах. Ну вы выезжаете, вы же не можете загрунтованные холсты все с собой взять. Вы берете рулончик. А я расскажу свой секретик. Я беру один подрамник, второй в него, третий в него, четвертый в него. Один другой вставляется. И степлер на этюдах. Ну, пришел после этюда, поел, расслабился, поработал. Что? Натягиваешь, проклеил. Проклеиваешь сразу 4. Так? Раз проклеил. Пока первый проклеил, он уже высох, а я четвертый тут заканчиваю. И вот так вот циклом прошел, а летом тепло, хорошо, на солнышко выставил, все, прекрасная высота. То же самое с грунтом. Написал один этюд, второй, третий, четвертый, высох. Можно сверху него, но это плохо, потому что бывает, что он приклеивает. А бывает снимешь, снимаешь, и так несколько слоев на один и тот же подрамник ты делаешь несколько холстов. Понимаете? А чтобы увозить, они один другой вставляются, получается тоненько, но тяжело, ну что поделать. Ну вот, искусство требует жертв.